Доброго времени суток, уважаемый зритель. Я продолжаю тебя знакомить с проектом Ubex. Ранее я уже записывал видеообзоры о данном проекте, но решил сделать еще один и только для того, чтобы вы увидели именно это. Хардкапа почти собрано. Как мы видим, уже собрано 97% от максимума, который запланировал проект. Это очень хороший результат. Как мы видим, осталось 2 дня, но я уверен, что сегодня уже закончатся продажи, потому что осталось очень и очень мало. Как вы видите, из 24 тысяч собрано 23 392. То есть, по сути, осталось 608. Это очень и очень мало. Поэтому успевайте, присоединяйтесь к данному проекту. А если кто-то не слышал моих видеообзоров о проекте Ubex, то это платформа, которая привносит блокчейн в рекламу. Таким образом, она желает показ рекламных объявлений более продуманным, снижает затраты на рекламу, а также делает транзакции более безопасными. В проекте принимают участие опытные лица, документация продумана, токены будут интересны инвесторам, а распределение внутри проекта выглядит разумным. Это то, что я вам могу сказать быстро, для того, чтобы вы поняли, что это за проект. Конечно же, я вам все показывал, все рассказывал. Показывал вам и оценки, что они на уровне, на очень высоком уровне. Везде в топе. Топ-1, топ-3, топ-1, топ-3. Везде 100 из 100, 5 из 5. Так что этот проект действительно является очень достойным для инвестиций. Потому что вы видели сами, что хардкапа, то есть это максимальное количество, которое запланировал проект, почти собрано. Также вы можете, здесь вы уже не можете, 3-4 августа последние были роуд-шоу, то есть какие-то встречи. Как видите, всегда были какие-то встречи, собирались, показывали свой проект. Также представлено много видеороликов, которые вы также можете посмотреть, изучить для того, чтобы углубиться в проект. Пресса, конечно, очень много прессы писала об этом проекте. Как видите, я сейчас буду все листать, и это все будет не кончаться, не кончаться и не кончаться. Конечно же, я вас призываю приобретать данные токены, но делать это нужно, конечно же, со смыслом. Нельзя это делать только из-за того, что я сказал, бежать и покупать. Время у вас еще есть, немного, но есть. Я специально пишу этот видеообзор заранее. Конечно, времени остается очень мало. Как вы видели, хардкапа скоро уже будет собрано. Поэтому успевайте, изучайте проект. Для быстрого изучения в конце самом есть вопросы. Самые популярные вопросы и, конечно же, ответы на них. Просто кликайте сюда, и вам ответ, что такое Ubex, и вам отдают ответ. Итак, на каждый вопрос про курс. И, ну, в общем, все вопросы тут представлены, и нет смысла их еще раз говорить. Снизу также представлены все соцсети, все адреса, по которым вы можете написать. White Paper, One Paper и токен Economics, который я также вам озвучил в своих видеообзорах. Все здесь присутствует. В конце, чтобы не искать. Также подписаться можно на рассылочку, присоединиться к Телеграму. Все это возможно. Но еще раз повторяю, сделать это нужно как можно быстрее. Потому что, сейчас я пролистаю сюда, вот здесь пишут, сколько приобрело токенов и кто это сделал. То есть мы видим, что Simon из Австралии купил токенов Ubex на 23 эфира. Далее нам представлено 0.02 биткоина. И так и представляют кучу людей, которые все приобретают и приобретают. Ну, конечно, странно, тогда было 7 минут назад, теперь 10, теперь 11. Как-то странно, но
Суть в том, что люди покупают, а это означает, что мест все меньше и меньше. Поэтому успевайте приобретать данные токены UBEX. Но для начала, конечно же, изучите данный проект. Ссылка на описание, конечно же, будет в описании. Поэтому присоединяйтесь, читайте и покупайте токены UBEX. А я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.